Всем привет, друзья! В этом видео я вам расскажу об одной суперской теме, которая сделает вас счастливым, богатым, успешным. Вы найдете свою любовь, вы будете здоровым. Короче, эта тема исполнит все ваши желания. Вот благодаря этой теме я получил все, что захотел. Эта тема легкая. Вам нужно уделять будет этому 5-10 минут в день. Многие говорят, что эта тема не работает. Во многих книгах я читаю всякие опровержения в книгах Вадима Зеланда, в книге Джо Диспензы, но эта тема реально работает. И я вам расскажу, как сделать так, чтобы она сработала на 1000000%. Хотите узнать, что это за тема? Обязательно досмотрите это видео до конца. Погнали! Итак, друзья, что нужно сделать, чтобы стать богатым, счастливым, чтобы найти свою любовь, чтобы быть здоровым? Нужно просто сказать себе это. Я богат, я богат, я богат, я богат. Да, вы будете смеяться, скажете, что это за херня. Эта тема называется прайминг или аффирмации. То есть вы программируете себя на успех. Если хотите быть успешным, вы говорите себе каждый божий день. Я успешен, я успешен, я успешен. Если хотите стать счастливым, вы говорите себе каждый день. Я счастлив, я счастлив, я счастлив, я счастлив. Я богат. Если хотите, чтобы вас любили, говорите, я любим, я любим, я любим. Вот и все. Я здоров, я здоров, я здоров. Все настолько просто. И вот многие эту тему вообще игнорируют, говорят, это херня. А я ее не игнорировал. Когда все говорили, что это херня, я этим занимался. И за 4 года, за 3-4 года не пропустил ни одного дня. И получил все, что захотел. Эта тема настолько сильно работает, я вам расскажу сейчас почему. Это очень сильная вещь. Я уже записывал об этом видео, в котором рассказал полностью, вот как я это делаю. Основа не изменилась. Сейчас я уже доработал. Вот каждый подписчик дорабатывал эту тему под себя. Костяк вы знаете. Я счастлив, я здоров, я богат, я любим, я себе нравлюсь, я неуязвим. Сегодня со мной произойдет что-то шикарное, что-то приятное. Сегодня мне повезет, сегодня меня ждет удача и успех. Это мой год, это мой день, это мой час. Сегодня самый лучший день. Каждый день это мой самый лучший день. С каждым новым днем я становлюсь лучше, чем я был вчера. Я силен, я силен, я силен во всех смыслах, во всех сферах. Любое задание, любая возможность мне под силу, для меня нет ничего невозможного. Я владею всеми связями, всеми возможностями и всеми ресурсами в этом мире. Я владею всеми связями, всеми возможностями и всеми ресурсами в этом мире. С каждым днем мои дела идут все лучше и лучше. С каждым днем мои дела идут все лучше и лучше. С каждым днем мои дела идут все лучше и лучше. С каждым днем я становлюсь богаче, счастливее, умнее, мудрее, здоровее, сильнее и так далее. Понимаете? Я миллиардер, я миллиардер, я миллиардер. Вот как это работает. Каждое утро я вот 20 минут это проговариваю. Бывает и по часу я себе это проговариваю, потому что она у меня уже там длинная. Я подключаю визуализацию, я мечтаю. Это очень сильная тема. И вот, когда я услышал эту тему у Брайана Трейси, я просто охренел. Он говорил, это лекарство от всего. Если хотите распоряжаться своим временем, правильно, говорите, я мастер времени. Если хотите быть богатым, говорите, я богат. Но говорите каждый день и никогда не прекращайте. Говорите каждый день и до конца своих дней. До конца жизни вы должны это говорить, и тогда у вас все сбудется. Недавно я читал у Зеланда, да и у Джо Диспензы, они говорят, что эта тема не работает. Если вы не решите корень проблемы, вы будете врать себе. Это самообман, это вам ничего не даст. Да, это вам ничего не даст, если вы в это не будете верить и если вы будете этим заниматься неделю, месяц или год. Это вам ничего не даст. Этим нужно заниматься каждый день и до конца своих дней. Да, вот я не пропустил за 3-4 года ни одного дня. Ни одного дня мне было плохо, даже если когда я там бухал еще раньше. Я просыпался и повторял себе эти слова. Где бы я ни был, я всегда повторял себе эти слова. Один подписчик мне написал, Тарас, но ведь это самообман, говорить себе, я миллионер, когда ты не миллионер. А я вам скажу, что это правда. Это правда, которую от вас скрывали. Знаете, что такое обман? Когда тебе внушают, что у тебя нет возможностей, что ты ничего не добьешься, вот обман. Нам этот обман внушает с самого детства. У тебя ничего не получится, выше головы не прыгнешь, перестань заниматься херней. Вот обман. А знаете, в чем правда? А правда в том, что у вас есть возможности, есть силы. Вы на все способны, вы добьетесь всего, чего захотите. Вы богаты, вы счастливы. Вот правда.
Это правда, которую от нас скрывали все, которую нам никто не говорил. Вот правда, и я поверил в эту правду. И теперь это правда. Когда я себе говорил, я миллионер, когда я миллионером не был, ну я миллионер, это же правда. Сейчас-то я миллионер? Почему это ложь? Это не ложь, это правда. Ложь – это когда система тебе внушает, что вот иди на работу, больших денег ты не заработаешь сам, у тебя нет связей. Вот ложь, вот это ложь. Поверьте в другую правду. Правда в том, что вы себе говорите, вот и все. Да, в чем правда? Если вы будете говорить, у меня никогда не будет этой машины, я ничего не добьюсь, это правда. Это правда. Если вы будете говорить, эти праймы, эти аффирмации не работают, это правда. Для вас это правда. А я скажу, что вот я миллиардер, что вот для меня это работает, и для меня это будет правдой, понимаете? Правда в вашей вере, правда в том, во что вы верите, вот и все. Если вы будете говорить себе, что я ничего не добьюсь, это будет правдой, это сбудется. Если я себе сказал, что я добьюсь всего, чего я захочу, это будет моей правдой, вот и все. Друзья, пожалуйста, осознайте это и поверьте в это. Знаете, в чем мой секрет? В чем мое конкурентное преимущество? Почему я отличаюсь от остальных? Потому что я владею постоянством. Очень-очень крутой скилл. Одному на миллион, да, дается это постоянство. Это не дисциплина. Не путайте дисциплину с постоянством. Дисциплина – это каждый день вставать в 6 утра. А постоянство – это каждый день делать одни и те же вещи. Это чуть-чуть разные темы. Я могу проснуться в обед, могу не спать сутки, но я каждый день делаю одни и те же вещи. Я каждый день проделываю аффирмации, я каждый день читаю, я каждый день расту, я каждый день занимаюсь. Каждый божий день я это делаю. Вот в чем мое конкурентное преимущество. Я с каждым днем становлюсь лучше себя самого. Я с каждым днем становлюсь лучше, чем я был вчера. И на протяжении долгого времени я всех обгоняю. Я иду дальше, дальше, дальше. А многие не понимают, в чем мой секрет. Вот в чем мое конкурентное преимущество. Когда я осознал эту силу, что вот постоянство в усилии, что каждый день, если делать определенные вещи, каждый день и не пропускать, не пропускать, ты таких, блин, результатов добьешься. Неважно, какая это сфера, каждый день ты работаешь над своей мечтой. Итак, вернемся теперь, почему эта тема не работает? Почему Зеланд говорит, почему Диспенза говорит, что эта тема не работает? Что нужно решить корень проблемы? Зеланд говорит, если душа не в согласии с разумом, это все не будет работать. Можете сколько угодно раз себе повторять, это не сработает. Если вы в это не верите, это не сработает. Если вы не решите корень проблемы, это не сработает. Можете, да, сколько угодно говорить себе, я миллионер, но вы не миллионер, и ничего не сработает. Сработает. Знаете, почему сработает? Если вы себе скажете, что вы миллионер миллион раз или 20 миллионов раз, это сработает. Вы свой мозг перепрограммируете. Конечно, если этим заниматься один месяц и в это не верить, конечно же, это не сработает. Вот почему у них это не сработало. У них это не сработало, и они написали в своей книге, а это не работает. А попробуйте это проделать на протяжении 3 лет и не пропустить ни одного дня, и потом скажете мне, работает это или нет. Понимаете? Вы так часто себе это внушаете, что вы в это верите. Вы в это не верите. Как сделать так, чтобы вы во что-то верили? Да повторите это себе миллион раз, миллиард повторите. И вы в это поверите. Сами слова вас миллионером не сделают. Если вы будете лежать на диване и говорить себе, я миллионер, я миллионер, я миллионер, не сделают. Но сделают. Сделают. Потому что если вы столько раз себе будете говорить, повторять одно и то же, даже если вы в это не будете верить, ваш мозг будет потихонечку, да, стремиться туда уже. Ваш мозг потихонечку будет что-то делать. Потихонечку делать новые действия, потихонечку читать правильные книги, развиваться, вы будете ходить на семинары. Это будет происходить постепенно. Тупо лежать на диване и говорить себе «я миллионер» не получится. Не получится. Не получится у вас лежать, повторить это миллион раз и ни разу не встать с дивана. Ребята, не получится. Вам надоест уже лежать, и вы пойдете что-то делать. Вы настолько себя в этом запрограммируете. Понимаете, в чем сила? В этом была фишка. Когда я себе это повторял, я к этому стремился. Я повторяю, 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 и ваш мозг на подсознании. А может, я в натуре миллионер? Да, я миллионер. А давай-ка я буду делать то, что делают миллионеры. Я счастлив. Да, я счастлив. А почему я раньше себе твердил, что я несчастлив? А давай-ка я найду, почему я счастлив? А, у меня есть крыша над головой, да, у меня есть здоровые родители. Да у меня все хорошо, блин, я счастлив. Почему я раньше себе говорил, что я несчастлив, да?
Разум начинает искать подтверждение. Вы программист своей жизни, вы себя всем этим начинаете потихонечку перепрограммировать. Вот как это работает. Так что те авторы не правы, это работает. Просто нужно не пропускать ни одного дня. Просто нужно этим заниматься каждый день, до конца своих дней. Вот тогда это сработает. Брайан Трейси знал, что говорил. Друзья, если бы это не сработало, я не был бы миллионером. И как же хорошо, что я раньше не прочел Диспензу, Зеланда, да? Что раньше мне попадались простые книги. Клейсон, Брайан Трейси, простые книги. И вот в них самая-самая большая суть. Потому что если бы я прочитал Диспензу, я бы сказал, а, все, это не работает, я этим заниматься не буду. Я бы неправильно его понял, да, или Зеланда, если бы я прочел. Но это сработало. Раньше же, да, я был в полном противоречии. У меня были проблемы. Душа и разум не были едины. Но я начал себе это повторять. Да, на первых порах я не верил. Я думал, что это за бред. Но потом я себе думал, ну ничего же плохого не случится. Почему бы не попробовать, да? Я же знаю, какая жизнь меня ждет. Я же знаю, что люди этим не занимаются. Это же не отнимает у меня много времени. Давай-ка я буду просто делать вот эти вот бестолковые вещи и посмотрю, что получится. Я же ничего не теряю. Чтобы добиться успеха, нужно быть ненормальным. Нужно быть не таким, как все. Это я понимал. И я просто начал это делать. И все, это вошло в привычку. Я в это поверил. Я начал решать все свои проблемы, это мне все помогло. Плюс там визуализация, все остальное. И вот эти вот руки, разум перепрограммировался, вот эти вот руки начали делать другие вещи, которые привели меня к успеху. Вот и все, вот как это сработало для меня. Ну что, друзья, вот такая вот тема. Советую задуматься и поверить в свою правду. На этом я с вами буду прощаться. Огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку. Пишите в комментариях, что вы думаете. Пишите в комментариях, кто занимается праймами, да, кто не пропустил ни одного дня, как я. Я думаю, таких людей очень мало, потому что очень тяжело не пропустить ни одного дня. Очень тяжело. Постоянство – это очень тяжело. Если вы это осознаете, что это ключ к успеху, вы всего сможете достичь. И дело же не только в деньгах, понимаете, вот. Если ты богатый, значит ты успешный. Нет, нужно быть счастливым, не все измеряется в деньгах. Если ты богатый, но ты несчастлив, у тебя ничего нет, нет любви, нет отношений нормальных, нету счастья, нету каких-то радостей в жизни, но у тебя есть деньги, ты за этими деньгами ничего не видишь, это плохо. Это не успех. Какой же нахрен это успех? Успех – это быть счастливым, кайфовать как и от денег, наслаждаться всеми прелестями денег. Так и простыми вещами, самыми простыми. Находить счастье везде, абсолютно в каждой мелочи. Вот это истинный успех, а не просто заработать кучу денег, заработать себе гемора и быть несчастным. Это не успех. И я уже 1000 раз говорил, что все вот мои учения сводятся к счастью. Все, что мы с вами делаем для того, чтобы быть счастливыми. Иначе нахрена мы зарабатываем эти деньги, если они нам не принесут счастья. Итак, друзья, подписывайтесь на мой основной канал Instarding, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Также подписывайтесь на остальные полезные каналы, все ссылочки в описании. И не забудьте подписаться на мой Instagram. Там вы обо всем сможете узнать самыми первыми. Сначала я все публикую в Инсту, потом только в YouTube. Так что подписывайтесь, там только польза, только мотивация, все самое лучшее, все самое полезное, ни одного негатива, вы знаете мою концепцию. Это концепция нашей семьи. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями и обязательно поставьте ему лайк. Да пребудет к вам успех. Всем пока.